Всем привет, друзья! С вами Кайс Нарумзи и добро пожаловать в Бенди Темное Возрождение! Да, ребят, наконец-то мои руки дошли до новой части Бенди, потому что вы сотни раз мне писали: «Ромзи, поиграй в новую Бенди, тебе понравится!» Поэтому, друзья, давайте так, чтобы мне еще больше понравилось, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а я посмотрю, насколько эта игра шедевральна. Как видите, я начинаю новую игру, не знаю, изи, нормал или хард. Ладно, возьмем с вами нормальную сложность, не будем себе ставить ни слишком сложную, ни слишком легкую. Что-то средненькое. Итак, история начинается. Я в первую Бенди, или в прошлую часть Бенди, играл давным-давно, это было неправда. Так, всегда у вас существует выбор. Вы всегда можете знать, что вы хотите, хорошо. Но можете всегда ступиться назад. Что это такое? Что? Что-то пытается выбить дверь, эй! Воу, воу, потише, подожди, подожди, не-не-не-не-не-не-не! Опа-на! Это получается, как создавался Бенди, то есть его нарисовали. Вот этот Бенди, чернильный монстр, насколько я знаю. Надеюсь, я про... Оо! Если я ошибаюсь, вы мне подсказываете имена героев в этой игре. Ребят, правда, я не шарю в Бенди, я не буду позером, я... вот правду говорю, поэтому мне нужна ваша помощь. Итак, нажмите Е, чтобы... Ага, убрали ручку. Все, мы куда-то уходим. То есть мы играем за девчонку. Это Бенди, это... Я не знаю, это... На Гуфи похож, это Алиса какая-то. Так, пошли. Куда мы с вами идем? Так, вроде бы не лагает, вроде бы 60 FPS, у нас все в порядке, все хорошо. Выйти... О, это... Привет, это я. А можно ручкой помахать? Нельзя. Так, открываем дверь. Выходим из нашего кабинета, там, где мы создавали того самого Бенди. Так, ну нам везде... А можем что-то здесь брать, что-то подбирать? Ух ты. Ух ты, я вижу свои ноги. Так, бегать я не могу. Но я вижу, куда мне нужно идти. Слушайте, пока что все просто... Что? Стой, 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 погоди. Это... Это что такое было? Блин, я немножко шуганулся. Так, здравствуйте. Это Натан Арч. Окей, окей. Вы мне напишите, по-любому, кто это такой. Здесь еще какое-то рабочее место. То есть мы с вами находимся на какой-то студии по созданию разных анимаций. Так, открывай дверь. Серьезно? Меня закрыли? Где мне взять ключ сегодня? Так, нам нужно найти ключ от офиса. А-а-а, все, мы теперь можем искать ключи в разных местах. Все, у нас появилось взаимодействие с... Блин, мне... мне реально стрёмно. Я просто понимаю, что это же игра не просто, это же хоррорец. Это же отчасти хоррорец, поэтому... Подожди, а можем пошариться в чужих столах? Присесть, побежать? Нет, ничего не можем сделать. Почему-то там сработала сигнализация. Бенди демон? Мне складывается ощущение, что этой картонки здесь не было. Когда я шел в прошлый раз, ее здесь 100%... Ее не было здесь! Подожди, кто ее поставил? Подожди, эта дверь закрыта. Кто поставил эту гребаную картонку? И почему она... И там, посмотри, там чернила на стене. Ой-ой-ой-ой-ой! Сейчас начнется. Сейчас, ребята, будет веселуха. Если я буду визжать чисто по-мужски, ребята, ну, такое бывает. Так. А вот он и ключ. А вот он и ключик, да. Ключ от офиса, все, ключик у нас есть. Картонки уже нет. Я обратил внимание, что картоночка-то уже исчезла. За окном там нет никаких чертей, ничего, все нормально. Все, пойдем, пойдем дальше, пойдем. Робзи, ничего не боимся. Ребята, вы со мной. Картонка уже исчезла. Она была здесь буквально несколько секунд назад, и она пропала. Нет ничего здесь. Так, идем на выход. Прикинь, сейчас картонка будет здесь стоять уже. Arch Gate. Окей, это арч какой-то... Какой-то создатель всего этого места. Так, открываем дверь. А здесь темно, да? Почему ведро со шваброй каталось... Так, автосохранение. Спасибо. Спасибо большое. Так, что мы можем найти в этих ящиках? Я пока без понятия. Подожди, нам нужно туда.
Привет, здесь кто-то есть? А, вы, да, есть, конечно, конечно. Давай походим по другим кабинетам, посмотрим. В темноте, поищем. Может, что-то найдем интересное. Но не, ничего здесь нету. Здесь ничего нет. Пошли дальше, пошли дальше. Идем, ладно, все. Здесь ничего интересного. Вот эта швабра почему-то двинулась. Так, здесь есть лифт. Здесь есть проход. Нам нужно... Это почему-то дверь приоткрыта. Почему-то эта дверь приоткрыта. Так, вызываем лифт, поехали. Уезжай отсюда... Это лифт так скрипит? Надеюсь, вам слышно. Ой-ой-ой-ой-ой. О, лифт приехал. Все, отлично. Отлично, наконец-то. Лифт приехал, можно сюда уехать. На какой? На первый этаж. Ну, то есть мы вниз едем. Лифт закрывается. Эдри? Вилсон? Это кто, уборщик, что ли? О, боже мой. Извини, моя дорогая. Я не хотел тебя пугать, я работаю допоздна. Ты очень хорошая девочка, ты мне нравишься. Будь аккуратной. Могу я войти сюда? Спасибо, Эдри. Меня зовут Одри. Очень странный чувак, почему ты зашел ко мне в лифт? Получается, это какой-то уборщик, который работает здесь на ночи. Чувак, что с ним? Хорошая последняя неделя. Очень прекрасная. Ой! Ой-ой-ой! Что это такое? Скажите мне, что вы теперь не в ловушке. Не волнуйся, моя дорогая. Это маленькая ошибка в системе. Это случается последние несколько дней. Тебе нужно выйти? Посмотри, что можно найти. Короче, Олд Вилсон тебя защитит. Ага, да, то есть ты самый крутой защитник. Да ты страшный, я бы с тобой даже... Не то, что девчонка, которой я играю, я бы с тобой в лифт не зашел, ты страшный. Так, включай, давай, дерни. У меня есть фонарик какой-то, пожалуйста, скажите мне... А чё лифт закрылся? Эй, ты можешь свет включить по-братски? Ну, пожалуйста, включи... Ну, Я могу туда пойти? А, нет, я не могу туда пойти. Но я бы и не хотел туда идти, если честно, потому что, ну, страшно очень. Вилсон. О! Все отлично, короче, починили. Следую за мной. Ага. Все будет хорошо. Все будет прекрасно, говорит. Следую за мной. Ага. Ребят, я не знаю лор Бенди. Возможно, вы меня просветите. О, опять картонка. Бенди демон. Где тот Вилсон? Да ты идешь как черепаха, дружище. Давай быстрее немножко. Я пока ты идешь, я здесь посмотрю, что здесь находится. Так. Здесь Бенди, еще один Бенди, пес, я не помню, я давно смотрел, как он Sing Along. Может, где-то я найду имя этих героев, и тогда вам смогу рассказать сам. Я просто, если честно, Silly Vision. Так, какие-то странные, старинные артефакты, опять Бенди. Здорово, открывай дверь. Давай, открывай дверь, пора идти. Танцующий демон. Бучер ганг. Это банда мясников. Окей. Так, подожди, здесь явно что-то нужно будет чинить. Очень. Слушайте, ну графика реально мне нравится. Давай. Что-то здесь происходит. Чего-то здесь не хватает. Здесь пропали фигурки с этих пьедесталов. Милая Одри. Что? Помоги старому человеку найти их, а я включу электричество. Все, короче, мы должны что-то сами найти, а он поможет нам с электрикой, да? Подожди. Это мы можем... Это... О! О! Вот это мне нужно было. Мы, короче, оторвали... Пока этот тип включает электрику, мы с вами оторвали какой-то разводной ключ.
Да? Ключ-то 12, короче, мы взяли. И теперь должны поставить разные фигурки на их места, на пьедесталы. Почему-то они пропали. А где они могут быть? Вот эта фигурка? Да, смотри, вот эта фигурка, это мягкая игрушка Бенди. Блин, я бы такую себе хотел, ребят, серьезно. Я бы такую себе игрушечку реально хотел бы. Так, мы должны поставить на то место, где не хватает. Вот в эти 6 штук. Так, подожди, размещаем вот сюда. Все, Бендик у нас сидит здесь. Все, добро пожаловать. Еще нужно... Подожди, здесь Бенди, музыка, банка, подожди, шестерня, ключ. А, ключ, который мы с вами нашли, ложим сюда. Все, здесь написано. И какая-то фигня, я не знаю, какая-то фигня должна быть. Так, короче, мы должны искать разные интересные штуки, которые разбросаны по этим комнатам. Так, подожди, пластиночка. А пластинка там была! Пластинка 100% здесь была нарисованная, да? То есть я не обратил внимания, но пластинка... Вот, музыка, да-да-да-да-да. Все, что связано с музыкой, это пластиночка. То есть мы с вами уже 3 предмета из 6. В принципе, помогли нашему Вилсону найти. Что здесь постоянно красным светится с этой стеной чертовой? А, это отсвечивает эта штука, я понял, капец, страшно. Страшно, очень страшно. Так, подожди. А, вот чернильница, кстати. Это нам нужно, это нам тоже. Да-да-да-да-да, все отлично. Привет, чувак, я потом верну. Подожди, а я могу? Боже мой, я испугался этой фигни. Ух, какой он страшный. Так, подожди. Чернила мы нашли. Книжка Illusion of Living. Иллюзии оживают, что-то такое, как бы переводится эта книга, не знаю как точно. По идее, иллюзии оживают. Так, у нас с вами есть чернила и книга. Да, книга ложится вот сюда. Отлично. Нашли старинные артефакты. Нужно найти еще шестеренку. Чернила вот сюда. А где шестереночка, ребята, должна быть? Она должна где-то... Это чернильная машина. Реально? Это реально через... Смотри. Смотри, это чернильная машина, твою налево. Подожди, шестеренка должна находиться где-то там, где могут быть шестеренки, правильно? То есть, а где у нас могут быть шестеренки? Неужели мне сейчас придется идти вон сюда? Ну, походу, да. Подожди, здесь... А, здесь и сюда мы пришли. То есть здесь он включил нам свет, здесь приехали на лифте. Где находится эта шестеренка? Привет, чувак. Подскажи, где шестеренка находится. Я потому что... Я не знаю, где что может лежать. Так, книги. Бенди. Билетики для игры в какой-то автомат. Бенди, подскажи, где ты прячешь шестеренку? Может быть, она где-то на полу валяется? Может быть, где-то сверху засунули? Подожди, шестеренка, она должна быть где-то связана с какой-то машиной. Может быть, у Вилсона есть шестеренка? Братишка, есть шестереночка у тебя? Одна шестеренка нужна. Ребят, где шестереночка? А, погоди. Так вот она. Так вот шестеренка. Дай вытащить ее отсюда. Вот еще одна. Смотри, я же говорил, что в чернильной машине есть шестеренки. Поэтому их нужно оттуда повытаскивать и положить на пьедестал. Тогда все заработает. Блин, ну он так не работает, походу, да? Где шестеренка, ребят? То есть, самая последняя деталь. Где моя шестерня? Так, подожди. Я нифига не вижу. А! Капец! Вот же она! Прикинь, вот же она! Нарисована, вот шестеренка, вот это я слепошарый! Ребята, вот это, конечно, да. Так, ладно, все. Мы собрали все 6 предметов. По идее, Вилсон должен теперь починить все, что он там чинит. Все, молодец. Можно ехать дальше? Все, Одри молодец. Одри собрала все шестеренки. А, осталось только повернуть этот рычаг. Ну давай, сейчас повернем рычаг, все заработает. Воу! Это сделано? Вилсон? О, Одри! Сейчас начнется кино. Что происходит? Моя дорогая. Ты можешь это слышать? Тихо. Не бойся. Мы идем домой. Какой?
Слушай меня, Одри. Последние слова. Потому что очень скоро ты забудешь все? Что за фигня? Эй! Эй, Вилсон! Иди ко мне, Одри. Отвали! Я покажу тебе правду. Это реально? Теперь мы умрем? Что ты делаешь? Офигеть. И погибли в чернилах? Ой-ой-ой, Бенди, темное возрождение. Слушайте, я очень надеюсь, что вам понравятся эти серии, потому что я прям кайф... если вы не поставите лайк, я буду проходить ее вне записи дальше эту игру, потому что пока что мне все нравится. Прям офигенно атмосферненько. Так, мы с вами утонули в чернилах. Возродиться. Ну, игра, по крайней мере, так называется. Чернильное возрождение. Опача. Опача. Это я? Да, это я, смотри. То есть у меня одна рука. Что случилось с моими руками? Она наполовину из чернил состоит. Что происходит с моими руками? Вот он, Вилсон знает. О, Одри. Что случилось с тобой, Одри? Офигеть. Покинуть студию. Да, смотри, я получил... Получается, Одри стала чернилом. Релакс. Расслабься. Этот человек, который убил демона. Вилсон знает твои слабости. Смотри, смотри. Реально мы... Все. Так, читаем. Короче, это сложно, все. Я добавил это воспоминание. Так, мы можем, получается, открывать и собирать всякие штуки. Что это такое? И кто там воет? Подожди, это... Какая-то палочка-выручалочка, я не знаю, что это такое. Или батареи какие-то, не знаю. Но вообще-то картонные трубы. Нафиг они не нужны, я пока без понятия. Кто-то постоянно воет. Так, это Бендик, здравствуй. Куда мне идти нужно? Подожди, я могу залезть наверх? Подожди, стой. Нет. А, то есть это чтобы починить... Все, я понял. Чтобы подняться наверх, мне нужно было починить эту лестницу. Это части от лестницы. Вот оно что, ребят. То есть понятно? Подожди, а я могу спуститься сюда в чернила? Ну да. Я же все-таки чернильный демон. Я могу спуститься сюда. Так, кто-то там плачет. Давайте поднимемся наверх. Посмотрим, что здесь... Завой. Кто-то плачет. Так, еще одна записка. Еще одна записка, много текста. Я думаю, что... Вот, это музыкальная коробка. Музыкальная шкатулка. А для чего она мне нужна? Заведи ее, заведи. По-любому там выскочит какой-то чертик оттуда. А? Давай. Крутани. Раз, два, три, четыре. И? А, ну не чертик. Может быть, это и есть я? Я просто... Ребят, я не шарю в лоре, поэтому сорян, если я туплю и что-то не понимаю. Так, С это присесть. Хорошо. На С мы можем приседать. Блин, как офигенно. Дети в машине? Это Вилсон. Твой друг. Твой защитник. 200 дней ты без демона, он будет слышать твои шаги. Пошел нафиг! Падла, это он меня заманил в чернильную эту фигню. А подожди, я могу прятаться? О, если я могу прятаться, значит что-то будет меня гонять, правильно? То есть какая-то фигня будет пытаться меня убить. Если здесь есть шкафчики, в которых можно прятаться. Я вас понял, спасибо. Что там происходит? Подожди, это решетка. Под напряжение. Подожди, я должен все обыскивать? Вон мне туда нужно идти. Ага, здесь я могу пройти. Я могу присесть. И пройти дальше. Подожди, эта фигня движется? Нет, эта фигня вроде на месте.
как она медленно... Да, выпрыгни с этой фигни. Все, пошли, 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 пошли. Так, здесь льется постоянно чернила. Потому что... Опа, еще одна записка. О, другим почерком, здравствуйте. Спасибо за записочку. Привет, Бендик. Подожди, он исчез? А, не, на месте. Фу, я думал, кто-то мной гонится. Это капли чернил всего лишь были. Так. Дверь открывается. И... Что здесь? Бутчер Гэнг. Это, получается, банда мясников. Тот постер, который... Да что за фигня? Что это такое? Что ты такое? Подожди, это один из... Это вот этот чувак, который посередине. Вот чувак, который посередине. Вот он и вывалился. Капец, ты стрём... Вот это капец. Вот это ты, конечно, стрёмный. Ну, не, спасибо. Я пошел дальше. Так, по стене что-то здесь... Блин, здесь тени так сделаны, прикольно. Так, идем дальше. На столе какая-то запись. Ой, я не буду это переводить. Нам нужно послушать потом. Так. Кирпичи, по которым можно забирать... Ага, мы можем забирать свои по стенам. Ребят, ну я только начинаю изучать эту игру, потому что я ни черта в ней не знаю. Так, выключаем или включаем. Это security override. Нажимайте левый shift, чтобы бежать. Ага, то есть нам расскажут, что можно бежать. Здесь можно спрятаться. Нажимайте левый shift, чтобы бежать. Значит, скорее всего, нам придется сейчас бежать. У нас есть усталость еще. А почему мы убегаем или собираемся убегать? Интересно, от кого? Привет, Бендик. Привет, хороший. Надеюсь, ты хороший. Так. Что это такое? Я открыл какую-то коробку. Подожди, а это дверь? Нет, это не дверь. Эта фигня не работает. Пошли. Сейчас по-любому какая-то дрянь на нас выскочит. Так, направо или налево? Давайте пойдем направо. Направо на тупик. Значит, налево. Ого-го! Здравствуйте! О, смотрите, чернильный ворон. Это я увидел. Вот этот пес. Вот еще опять Бендик. Так, ну пес у нас не живой, насколько я понимаю. Здесь какой-то проход и здесь тупик. Здравствуйте, мистер Песель. Коробка закрыта. Я, может быть, что-то пропустил? Но пока нет. Вот это нужно явно штуку включать. Да ё-моё! Не сработало. Эта фигня не сработала. Оно её, короче, заклинило. То есть вот эта дверь, получается, не открылась, потому что ее заклинило, и нам нужно, получается, по кирпичкам подниматься наверх, да? Что делать? Это вот этот из банды этих... Беги, прячься. Да пошел нафиг. Я спрятался. Смотри, какой падла. Отстань. Его кто-то позвал. Меня здесь нет. Короче. Я могу выйти? Еда. Для выживания в сложной ситуации тебе нужно пополнять жизнь и есть разную еду, находить ее в студии. А, то есть он мне нанес урон, у меня сняли хп, теперь я могу покушать. Подожди, открываем ящик и нашли баночку какой-то еды. Фасолики какие-то. Раз. Мы хлебанули. О! Я не угрожаю тебе. Что это за место? Кто ты такая? Я помню свой первый день здесь. Я знаю, это страшно. Но тебе повезло.
Машина отправила твой поисковик, а? Это бумага. Если ты будешь все делать хорошо, ты останешься жива. У поисковика нет ног, у него есть только мозг. Это плохое место, тебе нужно оставаться в тени, подняться на верхний уровень, там безопасно. Я могу пойти за тобой? Не можешь. Извини. Я охраняю собаку. О, волка, удачи. Еще одно. Stay away from the ink demon. What's an ink demon? Держись подальше от демона. Ты поймешь, когда его увидишь. And he kills anything that moves. И он убивает все, что движется. Wait. What's your name? Как твое имя? They call me Alice. Алиса. I'm not very fond of it. I'm Audrey. Я Одри. Well, Audrey. Окей, Одри. Добро пожаловать в студию! Ага, все, она исчезла. Так, нам нужно покинуть студию. Друзья, давайте на этом моменте мы с вами сегодня остановимся. Обязательно ставьте лайки, если хотите продолжение. Подписывайтесь на канал.